Hello, hello! Всем привет! С вами Юля и рубрика «Английский с пеленок». В прошлый раз мы обедали с потешками и песнями, а сегодня поговорим о tickles. Это такие стежки, во время которых вы поглаживаете либо щекотите малыша. Ну, что-то подобное, как идет коза рогатая у нас, только менее устрашающе. Для эмоционального развития малышей их важно поглаживать, целовать, обнимать. И все это можно делать вместе с расширением их словарного запаса. Ну, в нашем случае пока еще пассивного. Также важно привлечь внимание малыша, позабавить его, отвлечь. Ну, допустим, подрастающие дети не хотят лежать спокойно, когда меняют подгузник. Не хотят одеваться, вырываются. Иногда приходится ждать в очереди, ехать в машине, а игрушки нам быстро надоедают. Приходится маме подключаться. Да, и в таких случаях нам, конечно, помогают такие щекотушки или щекоталки. Не знаю, как правильно. В общем, tickles. Начнем с самой простой. Наша любимая, особенно нам нравится, когда мы просыпаемся, и мама нас щекотит. You roll it, you roll it. You put the raisins in. А дальше импровизация. Seeds in. You roll it, you roll it, you roll it, you roll it. And then you put the raisins in. Следующая потешка, она содержит элементы finger plays и помогает учить части тела. И иногда я использую, когда нужно мне одеться, а... малыш не хочет. Here comes a mouse, squeak, squeak, squeak. He's tiny and soft, and his little pink feet. He runs up your leg and under your arm. Tickle, 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 tickle. He means you no harm. Также эту потешку можно рассказывать как обычный стишок. Mommy has borrowed a mouse from our kitty Alicia. Here comes the mouse. Squeak, squeak, squeak. И так далее уже по тексту. Маузи. Путешествовать мы любим, но недолго. В машине очень быстро нам все надоедает, поэтому мама иногда рассказывает такую потешку, как I saw a snake go by today. I saw a snake go by today. Driving in his Chevrolet. And he's helping mommy driving. He was long and he was thin. And he didn't have a chin. He had no chin. But what the heck? He had lots and lots of neck. И последнее, очень удобно, если вы посадите малыша на руки, его не нужно даже к себе поворачивать. Например, вы сидите в очереди, либо обуваетесь, также можно привлечь его внимание. Shoo a little horse, shoo a little mare, but let the little colt go bear, 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 bear. Друзья, спасибо большое, что вы пишете мне личные сообщения о том, что вам понравилось видео. Вы также можете оставить комментарий здесь, под этим видео. Я прочитаю и порадуюсь. На сегодня все. Tony's waiting for your likes. И не забудьте подписаться на наш канал. Впереди много всего интересного. See you later, alligator. Bye-bye-bye, butterfly. Мама, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye-bye. Let's give this mouse to our kitty Alisa, yeah? Kitty, take it. Where is Tony? Where is Tony? I see you. I see you.